первое испытание. Малыш. Реально, как бы, там же надо хотя бы 50 штук, чтобы Америка боялась. Чего они... Мы можем применить любое оружие, в том числе и... А, ну, это не массаж, может позвонить рубами. Мы надеемся, что вот наша коалиция как раз это вот друзей Ливии, друзей Сирии будет расти, развиваться и в трудную минуту сможет прийти на помощь тем, на кого сейчас пытаются напасть Соединенные Штаты против вот этой вот военной интервенции, военного империализма, который сейчас наступает во всем мире. Мы должны этому противостоять. И это понимал Муаммар аль-Каддафи, который 1 сентября в 69 году сверхкапиталистический военный монархический режим. И он стал развивать Ливию, создали народные комитеты, где, по сути, люди участвовали и управляли. Поэтому говорить о том, что вот он был диктатором, это все ложь. Ложь о том, что называли его диктатором. По сути, он был лидером, лидером нации, лидером страны. А народ сам управлял и сам решал, согласно традициям, как ему жить, как развиваться. Но это не нравилось империалистам и Соединенным Штатам. И люди его любили. Миллионы людей вышли на защиту Каддафи. Мы знаем, что там медсестра зарабатывала $1000. Мы знаем, что пособие по безработице было что-то около $900. Мы знаем, что там выплачивались огромные суммы молодежи на покупку жилья, на покупку автомобиля и так далее. У него было очень много разных дотаций. Электроэнергия была бесплатная, бензин там за копейки. Всего не упомнишь. Все это можно назвать одним словом. Он обеспечил достойный уровень жизни для своих людей. За это его ненавидел Запад. По мнению Запада, он должен был отдавать им за бесценок свою нефть, ну и держаться, сидеть на их штыках. Вот как это сейчас происходит с актуальными властями Ливии. Даже не знаю, как его сейчас зовут, кто там старший. Они меняются, как перчатки, каждый день. А Каддафи все делал для своего народа. Построил рукотворную реку, построил эти города. У них даже нормальных, до прихода к власти Каддафи, не было даже нормальных условий для существования. Не было там канализации, не было водопровода. Основная масса населения жила как в древности жили их предки. Во времена Каддафи они почувствовали цивилизацию. Вот теперь снова... Половина городов Ливии уничтожена, разрушены дома. Мы видим эти фотографии Сирта, фотографии Банивалида, фотографии Таверги. Товарищи, во-первых, хотел бы поблагодарить всех, кто пришел на сегодняшнее мероприятие, несмотря на те погодные условия, которые говорили нам об обратном, чтобы мы сидели дома, как многие общественные организации, которые не проводят или не проводили
и отказались проводить мероприятия, посвященные Ливии. К сожалению, Ливию сейчас, видите, списали со счетов. Они уже, мировое сообщество, смирились с тем, что там пришло крысиное марионеточное правительство во главе с американскими ставленниками. Но мы здесь, из России, видим всегда две вещи. Мы видим народ и мы видим идею. И пока есть народ, который готов воевать и умирать за идею, мы будем их поддерживать. А в Ливии сейчас этот народ есть. Пусть он разбросан, но у них есть возможность объединиться и ударить по империалистам. Что касается Ливии, мы все помним, как несколько лет назад так называемое развитое мировое сообщество проголосовало за интервенцию, открыв небо американским стервятникам, которые бомбили и уничтожали ливийское население, ливийские города, и ни о какой бесполетной зоне речи не шло. Сейчас мы должны признаться, что если бы Россия тогда заблокировала или не стала бы голосовать за резолюцию 1970 и 1973, то сейчас не было бы сирийского кризиса. К сожалению, мы очень долго это думали. К сожалению, видимо, мы не доработали. И мы получили Ливию в огне, Ливию в разрухе и Ливию, отданную на блюде Западу. Дальше, вот я недавно был в Сирии, и по статистике, из 30 государств туда приезжают ваххабиты. И самое большое количество ваххабитов туда приезжает из Ливии. Под Бенгази находится огромная база Аль-Каиды, на которой готовят боевиков, в том числе и для России. И если мы будем забывать свою историю, то мы будем видеть те картины и те пейзажи, которые видят сейчас патриоты в Ливии. Ливия не сдалась, там есть зеленое сопротивление, и все те аналитики, Западу продавшиеся и смирившиеся, которые не борцы, твердят о том, что ливийское сопротивление умерло, его там нету, они все смирились, это ложь. К нам недавно приезжали две делегации из Ливии. Есть борьба, и борьба ведется. И мы здесь из России должны эту борьбу преодолеть и поддержать. И когда нам говорят, посмотрите, как Россия повела себя. 486-й указ президента Медведева о санкциях в отношении семьи Каддафи и всех его родственников. Мы могли бы здесь сейчас по подобию Запада создать сопротивление правительства в изгнании. Почему мы это не делаем? Почему мы идем на поводу у тех, кто распространяет терроризм? Сейчас свят тот лозунг, гласящий «Аль-Каида и НАТО – два близнеца-брата». Сейчас мы проводим акцию, она не малочисленна. Но 5 числа, 5 сентября, все организации патриотические России, общественные организации, политические партии выйдут на митинг против военной оккупации Ливии, против военной агрессии в отношении Сирии, против Вашингтонского консенсуса и нового миропорядка. Сейчас здесь мало, многие могут посмеяться над нами, скажут, вот тут пара десятков человек собралось и митингует непонятно зачем. У нас есть идея, и идея, за которую мы готовы воевать. В свое время Че Гевара сказал: «Патрия о муэрте» – «Родина или смерть». Товарищи, вот снова мы собрались здесь, в национальный праздник ливийского народа в день революции Аль-Фатих, когда уже 44 года назад молодой офицер Муаммар аль-Каддафи совершил бескровную, подчеркиваю, бескровную революцию, в отличие от того, что устроили там его противники, и передал власть народу. И этого ему как раз и не простили. Сегодня сентябрь уже 2013 года, вот уже два года, как Ливия под оккупацией, правительство там мало того, что меняется как перчатки, так они еще и между собой разобраться не могут. И кто смотрит новости, там постоянно идут разборки кровавые между собой, крысы делят награбленное. НАТОвцы уже лезут в Сирию, уже пытаются уничтожить новую страну.
Сирия не будет такой легкой добычей для натовских ястребов. А всем остальным, тем странам, до кого еще не доехал автобус демократии, советую смотреть, делать выводы и готовиться к войне. К любой войне надо готовиться. Надо готовиться и материально, и в плане человеческих ресурсов, и военных ресурсов, и экономических. И еще немаловажно, в плане того, чтобы не было предателей в своих рядах. Потому что, помимо всех остальных факторов, Ливию погубило и это. Ливию погубило и то, что в рядах ливийцев были предатели, которые сдали Триполи, которые перебежали на сторону крыс в самом начале войны. И это должен быть один из главных уроков, что с предателями борьба должна быть беспощадной, иначе, к сожалению, не получится. Он сверг колониальную псевдомонархию и установил настоящую демократию в своей стране не ради славы и богатства, а ради того, чтобы его страна была свободной и богатой. Потому что взять ответственность, такую, как он взял на себя, представляло огромную опасность для жизни и тяжкий труд. Революция Альфа-Тех послужила началом того, что общество стало развиваться, а не деградировать. В итоге Ливия получила джамахирию. В итоге Ливия получила настоящую демократию, которая называется прямой демократией. Сегодня зеленый флаг джамахирии может быть флагом любого государства, потому что в 21 веке джамахирия шагнула далеко за границы Ливии. И люди, которые хотят добра своему народу, которые хотят строить крепкие государства с сильной идеологией, которые хотят победить бедность, эти люди должны думать о джамахирии. И 20 век был веком революционеров-латиносов Сальвадора Альенде, Эрнесто Че Гевара, Фидель Кастро. 21 век стал веком Муаммара аль-Каддафи, потому что он построил государство своей мечты. И он доказал, что это государство работает. Он доказал это на практике. В 1950-х годах в Ливии были обнаружены значительные запасы нефти. Но добыча ее находилась в руках иностранных компаний, которые установили цены в интересах своих потребителей и получили половину доходов от продажи. Муаммар Каддафи потребовал пересмотра существующих договоров. Если нет, просто остановить добычу нефти. Благодаря Каддафи страна быстро разбогатела. Каддафи, как лидер Африканского союза, неоднократно визывал идею объединения Африки. Но эта организация оказалась только на словах. Хочу благодарить вам, дорогие товарищи, за что вы поняли нам только победа. Огромное вам спасибо. Благодаря вам эти чудовища будут остановить навсегда. За Каддафи и его народа. Ура! Иж Аллах мы победим. Победа за нами. Аминь. الله أكبر ولا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا محمد ولا آل محمد وسلم مجدوجني بارتس كولونيزاتور مي لوبوي فورمي это не надо уставаться, это не надо надеяться на какой-то власти. Правда, никогда не умираете, не надо бояться. У нас оружие есть, которое нет у колонизатора, наша душа. Спасибо вам за внимание. Green cars,
going green. We good for the economy. No Prius, Land Cruisers on some desert shit. Fastest, get my drift in for speed. Shoulders, watch a spear shift. The armed people of Libya represent enlightenment. Realize by now, you can never do nothing. We still resistant. Show what we can do, something long as wide in the world. Where the hell is Dennis? Better show up before we go Hulk menace. Yeah, you know what it is. Is everything we do a big shit. I guess we're stunting. AK-47s if you call it gun. Cause every time you bomb us. Все, поехали. Эй! Куда снимать?